И снова я вас приветствую, дорогие друзья. Продолжаем мучить свои мозги, свою пятую точку. И загадка с платформами. Так, у нас тут раз, два, три, господи, четыре этих генератора. Каждый генератор надо как-то настроить. Ладно. А, значит, к одному генератору почти у нас почти... Почти, да? Сейчас посмотрим. Господи, ну вот, ну очень-очень растягивают. О, падлы. Вот эта платформа постоянно выезжающая. Вот она прям... бесит. Ну вот и... и постоянно мы ждем, пока она соизволит заехать. Так. Очень-очень бесячая фигня. На самом деле это крайне напрягает. Вот все б ничего, если б ничего, да. Все бы ничего, если бы ничего. Так. А ну-ка, погодите-ка. Раз, два. Фиг там называется, фиг вам. Так. Глянем, посмотрим. Так, тут мы проходим. И заяц проходит успешно дистанцию и достигает цели. Тут что? А тут... The ball should firmly fit to the round field. Чего? Какой шар? Вы о чем? А, погодите. Вот это, да, походу. Вот чё. Угу. Эва, ну чё, Михалыч? Вот это вот. Я понял. Так, ну, первая готова. Так, стоп, пендель. Тут, прикиньте, тут мы почти. Тут почти. Тут осталось только вот... Угу. Значит, это верхнюю надо, да, дергать? Или нижняя. Так.
Сразу вижу деталь под названием «Хрен вам». Называется, да. Угу. Так, деталь под названием «Хрен вам». Так. Уверенно проходим дистанцию. И снова деталь под названием «Хрен вам». Угу. Угу. Ой, вообще, смотрите. Песенка, но эта песенка... А для нас ли эта песенка? А эта песня для нас. Да. Ого. Да вы чё? Да ладно. Тут настолько непуганные птицы. Ага. Типа, кто-то где-то оборвался, кто-то где-то обосрался. Эти глупцы были заинтересованы в публикации произведений моего дяди, и в результате мой дядя сжег рукописи обеих книг. Типа, твой дядя самых честных правил? Ого, как высоко. Мой дядя самых честных правил, как пернул он и все исправил. Так. Угу. Еще, по-моему. Ах ты. Блин. Так, по-моему, на... почти. Раз, два, три, четыре. Угу, почти. Все. Ха! Это ж заяц. Заяц-умняшка. А еще заяц очень сильная скромняшка. Поэтому хвалите зайца, любите зайца. Так. Эту мы активировали. Эту тоже. Осталось две. Угу. Ай, как меня это подбешивает, серьезно. Так. Еще надо. Так. Заяц проходит уверенно дистанцию и... небольшие обосратушки. В плане того, что надо... немножко подкорректировать. Так, раз. Угу. Так, проходим. Нет, не уверенно. Не уверенно проходим.
А если вот так? Тут нет, тут да. И тут снова нет, да? Ну, конечно, нет. Какой же да, когда нет? Конечно. Так, это мы сюда. Вторую надо. Вторую. А, вот. Посмотрим. Сейчас глянем. Так, это сюда. Сюда нет. Сюда тоже нет. Нет зайца ответ. Там почти. Раздражает, вот серьезно, вот раздражает, блин, ну это тоже раздражает, что угу. Так, сейчас надо выставить эту байдень. И опять байдень. Байдень подолбень. Вот это я, конечно, жару дал, такую торопинку сделал. Дайте мне болгарку, я здесь вот отфигачу. Знаете, как норм будет? Тоже ж решение задачи. Болгарочкой. Болгаркой тоже реши... Блин. Я опять пришел к тому, от чего ушел.
Так, мы проходим здесь, уверенно проходим здесь, и здесь мы запинаемся. Получается, что нам надо как-то пройти вот это все дело. Проходим сюда, и здесь фигня. И здесь тоже фигня. Так. Проходим сюда. Так, ладно. Здесь проход. Вот так проход, вот так проход. Ага. И фиг вам. Честно, кошмарит. Очень кошмарит. Очень кошмарит в некотором плане. Так. Угу. А, это мы так прошли, да? Да уж так, сюда. Угу. Так. Ух ты, ёпернутый балет. Так, тут нифига. Так как вы меня устали-то, ну?
О! Ну хоть не помираю. Хоть не помираю, хоть тут вообще законы физики пошли погулять. Так, тут мы проходим. Ох, беда, ох, беда. Так, а если... А вот не если... Летать мы-то не умеем. Так. Бляха. Вот уже эти платформы ссаные. Самое интересное, и ракурс выбран такой, что толком ты нифига не увидишь. Толком ничего не увидишь. Так, если так. Ага. Почти, ёпперный балет, почти. Так, а как нам сделать так, чтоб не почти? Как нам сделать так, чтобы не почти? Это... Так. Угу. Так, мы вот тут проходим, тут мы не проходим. Нам вот эту вот платформу надо бы сюда.
А, вот, вижу. Так, что двигается тут? Бляха, я вообще сейчас уже запутался просто в хлам. Почти, да не почти. Почти, да... Бляха, муха, да как так-то? Просто... А какая дичь. Какая нафиг дичь. Так, ну-ка. Проходим. И сосем. Как немецкий пылесос. Как немецкий пылесос посасываем. Самое интересное, я навожусь сюда, но двигается вот это колесо. Класс. И все сбивается. Я обожаю эту игру в этом моменте. Ну вот, смотрите, я навожусь. Так, ладно. Почему так? Блин, и каждый раз это вот стоять. Вы серьезно, разработчики? Ну вы серьезно? Вы настолько тупые? Вы думаете, у вас загадки такие офигенные? Вы правда думаете это? Так я вас спешу разочаровать, загадки у вас дебильные.
А еще и реализация такая, что пока додумаешься, офигеешь. Вот опять становиться, останавливаться. Да. Так, я прохожу сюда, 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 вроде бы, сюда, 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 и-ху! Да, а это типа палка, недовалка, так, где ты у нас, ох, вот ты где, один большой, один маленький, один возврат. Ах, зайчик, красавчик. Так, остался один, да? Остался один. Останется только один. Горец. Так. Значит, мне все равно проходить сюда, сюда, сюда. Ага, конечно. Так, как-то... Угу. Сосо Позвиашвили. Прям сосо... Большой сосо, большой Позвиашвили. Так, ну что? Тут мы проходим. Уверенно сюда. Сосем болт. Проходим сюда, продолжаем сосать болтецки. Угу. Так. Ага. Здесь мы не пройдем, летать мы не умеем. Опять летать мы не умеем. Так, здесь мы проходим сюда. Здесь мы никуда не проходим. Так, это... Здесь опять мы летаем, да? Здесь какой-то лабиринт должен быть, причем в эту сторону, да, в правую, не, в левую, пардон, в левую. Проходим, 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 вроде проходим. Проходим,
Доску дайте мне, вот доску сюда, доску. И все будет классно. Одну досочку дайте. Почти. А, почти, да не почти. Так, здесь идем, идем, идем. Угу. Проходим и упираемся, да? Да, получается, упираемся. Так, погодите. Да нет, нифига. Мы тут падаем. Мы тут падаем. Так. Тут проходим. Не проходим. 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 Дичь. Не проходим. Проходим, проходим. Угу. Вот это вот дичь все, все портит. Хорошо, вот эту, допустим. А можно эту передвинуть? Да, на единичку можно. На единичку можно. Вот, на единичку мы передвинули. Теперь среднюю платформу. На единичку сюда. И вот это вот. Так, вот это сюда. Нет. Угу. Да опять же нет. Какая беда. Так, ну мы продолжаем.
страдать. Да? Так, в общем... Так. Раз, два, три, четыре. Так. Так. Почти, да? Почти. Так. А как мне? Так. Так, ну что ж. Так. Угу. Так, это мы сюда, и нифига. И нифига. Продолжаем. Так. Так, здесь вот красные. Угу. Так, здесь мы сходим и нифига не сходим. Здесь должно быть что-то с четырьмя.
А есть такая же с четырьмя? Вот она. Вот. Так, погодите. 4. Все верно. Раз, два, три, четыре, пять. Так, погодите, 4. Здесь мне только надо вот это пройти. Здесь сюда надо. Так, а если вот? Да. Нет. Ну, за что? Так, погодите. Там закрыто. Правильно понял? Так. Закрыто. Ай, пусти меня, чудо. Держатель. Так, вот здесь вот. Все. Теперь мне надо, знаете, что навращать? Вот эту вот байду. Так, проходим, проходим, проходим. Да, наконец-то, господи. Наконец-то. Так, смотрим здесь сюда. Да что ты говоришь? А то я типа не знаю, где должен находиться. Я вон 3 уже выставил. Этот. Так, один сюда. Все. Батя Заяц знает все. Батя Заяц знает все. Батя Заяц, тра-та-та. Батя Заяц, Батя Заяц. Батя Заяц. Батя Заяц. Е-е-е-е-е. Так, сохранимся. Батя Заяц, Батя Заяц. I think that's the main mechanism. It has to be turned on. The appropriate главный механизм. Corresponds to the circuits of the 4 gateway power mechanisms. Ну ты ему дофил. Его дядя постепенно начал терять зрение в 1932 году. Его телом овладела неизвестная слабость, и в результате он попал в больницу Королевский госпиталь.
себе.